Потому что они опять вдвоем, этот один остался. Он должен перед ним остаться. Ну сейчас нормально, чувствую себя на все 100, нормально все прошло, хотя, конечно, поначалу сильно больно было. Влад, можешь выйти? Давай! Вама, вама, вама! И дай, ну что? Игры формально товарищеские, но все равно выиграть-то хочется в любой игре. Не получилось, что вчера, что сегодня. Вчера второй темп был получше, сегодня, мне кажется, первый темп был получше. В любых моментах в жизни надо искать позитивные моменты.
И здесь тоже надо искать позитивные моменты. Съездили в другую страну, сменили обстановку. В эмоциональном плане это хорошо. Две ничьи. Ну, не так, конечно, хорошо, но все равно. Дело в том, что чем больше игр, тем больше мы понимаем, где какие у нас ошибки, где какие-то связи больше налаживаются. Так что на пользу все равно идет это все. Знаете чего? Что мы сегодня не обладаем игровым таким уровнем, чтобы при такой игре все-таки иметь по счету преимущество и выигрывать такие игры. Понимаете? Поэтому что? Надо опуститься на землю, понять, что только дисциплина наш союзник, парень. Только дисциплина. Мы не обладаем сегодня таким ресурсом, чтобы вот при такой вот просто хаос, который мы создали, и дисконцентрацию, которая была на поле, я такое не видел. И те игроки, от которых вообще не ждешь этого. Просто, я не знаю, в связи с чем, усталость, начало сезона, все, что хотите, говорите. Но это очень хороший урок, чтобы мы понимали, что куда мы возвращаемся, блин, там просто будут выносить. Здесь нас еще простили. Поэтому будьте добры, опуститесь на землю. От простого начинайте каждый свои дальнейшие действия. От простого. А то будет очень больно. Это хорошо турнир, хорошо, товарищ Скит, хорошо, вот так можем, да, сейчас говорить о том, что не важно. Хотя для нас все важно. Поэтому это очень хорошо, всех касается. Всех, мы потеряли вот чувство ответственности какой-то. И все время слышу уже там со скамейки, а тот. А каждый не задумывается. Понимаете? Каждый не задумывается, что он делает на поле. Поэтому еще раз говорю, пока есть время, вот сейчас пауза будет, будет переход в ту фазу, когда пойдут потом игры. И будет единственный наш союзник, это дисциплина и высокий уровень концентрации. Больше ничего. Мы здесь не обладаем, еще раз говорю, таким уровнем, чтобы мы в таких играх, такие игры были, и мы могли за счет ресурса. Сейчас нет этого. Чтобы этот ресурс заиметь и поймать уверенность, нам нужно опуститься на землю. И поймать опять то, что мы называем дисциплиной. Касается всего. И жизни, и тренировки, и поведения. Давайте. Раз, два, три.